Ну, сначала представьтесь, пожалуйста. Александр Манов, архитектор Манов. Я окончил Московский архитектурный институт. Проектировал очень много и в Болгарии, и в России, в Азии тоже, в Казахстане, на Украине тоже. А памятник придумал, сама идея пришла очень быстро. Может быть, за полчаса. И очень быстро ее реализовал, тем более, что я знаю, что таких памятников нету, в Болгарии точно нету. Я думал, что не в других странах. Хотел всегда, чтобы мои проекты отличались от остальных всех. Вот и все. Да. Очень четко вписался здесь памятник. Да, да. Я видел место и сразу понял, что нужно. Благодарю вас. Очень красивый памятник. Да. Благодарю. Спасибо. Всего доброго.